Всегда интересно, что говорят вокруг мировых знаменитостей. Конечно, фигура Майкла Джексона была очень долго по музыке мира, по продажам, по популярности, так сказать, на первом месте. Он, можно сказать, революционировал, так сказать, поп-музыку, хоть танцами какими-то там и так далее. Так что нельзя сказать, что он какой-то как бы знаменитость, который после смерти исчезает просто, как бы он незначителен. Нет, Майкл Джексон значителен и сейчас. Конечно, его карьера была длинная, благодаря тому, что он стал выступать уже ребенком. И надо сказать, что эта успешная карьера, конечно, принесла ему огромное, конечно, состояние. И думаю, что вот сейчас, когда чего-то его снова стали атаковать, его состояние – одна из этих проблем, почему его атакуют. В чем тут проблема? Но, видите, конечно, как-то люди хотят, чтобы вот как бы и знакомые или знакомые им люди были такие, как они сами, или чтобы они изменились, что вот был такой, и всегда будет такой. Но люди, конечно, вот такие, что они самые разные, и они еще меняются в ходе жизни, иногда до неузнаваемости. И, конечно же, судьба Майкла Джексона, конечно, во многом в этом и есть. Еще раз говорю, не забудьте, он начал свою карьеру маленьким, очень маленьким ребенком. Он всегда был очень талантлив, и вы можете слушать его песни, которые он пел, конечно, в детском возрасте, и можете понимать, что это гениально. Так что вот его длинная карьера, конечно, вело к тому, что как будто бы люди хотели, что вот бы он остался в таком детском возрасте, что вот он такой чистый и незапятнанный там и осталось бы. Но, к сожалению, конечно, это не так. Люди взрослеют, становятся старше, и в ходе этого могут возникать самые различные проблемы. Что природа дает, что дает генетика какая-то, и как-то переделать это, так сказать, просто так не удастся. Люди очень уж хотят, чтобы все было в руках самого человека. Это не совсем так. Природа все-таки возьмет свое, и вы не можете, так сказать, как бы делать дизайн человека по тому, что вы хотите. Или этот сам этот человек что хочет, или вы какой-то чужой человек. Все-таки будет так, как предназначено природой. И, к сожалению, вот природа Майкла Джексона была в том, что его сексуальность не развивалась в таком плане, который, может быть, нравится большой публике, что это какой-то гетеросексуальный мужчина, который гоняется за какими-то блондинками. К сожалению, жизнь Майкла Джексона не была таким. Конечно, это как бы еще развивалось. Так что один человек, мы помним, был там 15 лет, другой человек был 25 лет, то совсем другой человек был уже 30 лет. К сожалению, Майкл Джексон, конечно, не остался там в 20-летнем, 25-летнем возрасте, а он изменился как человек в ходе старения, конечно. Да, есть разочарование, что явно у него были педофилические наклонности. Но вы должны понять, что когда мы говорим об этом, мы не говорим, что мы знаем, что он совершил хотя бы какое-то преступление. Майкл был очень известным человеком. Им общались тысячи людей. И очень известные люди. Так что хорошо известно, что он не был никаким насильником. Хорошо известно, что агрессивность не была вообще для него характерна. Поэтому, когда какие-то республиканские прокуроры начали в Калифорнии изучать его связь
возможную связь преступлениями против детей, это было не одно расследование. Этих расследований было много. Но вы должны понять, что такое криминальное расследование. Это все-таки расследуется до мельчайших деталей, в том числе таймлайн, где были эти люди, которые в чем-то его обвиняют, возможно ли вообще их связь и так далее и тому подобное. Это очень подробно все изучается, это, все эти материалы сейчас есть. Именно судебные материалы, криминальные расследования, все это материалы есть на самом деле. Теперь вот очередная попытка очернить Майкла Джексона. Выпустили огромный новый фильм, где якобы какие-то дети-свидетели говорят о том, как Джексон их использовал. На самом деле, конечно же, это просто entertainment, это шоу. Вы должны понять, что мы говорим о каких-то событиях, которые происходили многие десятки лет назад. Это так называемые свидетели были тогда детьми. Если вы все-таки думаете, что как бы человек помнит, что происходило, скажем, 30 лет назад, вы очень наивны. Вы не помните, что происходило там пару недель назад. Вы не можете точно вспоминать, где вы были, что вы делали, как делали. А вы хотите, чтобы дети помнили, что какие-то были события 30 лет назад. Это шоу. Это не криминальное расследование. Первое же изучение, утверждение в этом фильме развалились, потому что есть, я еще раз говорю, есть криминальное расследование по поводу дел Майкла Джексона, судебное расследование. Есть таймлайн. Ну, по этим таймлайнам сразу и выявили, что как бы звезда этого фильма, ребенка какой-то разоблачает педофила Джексона, просто не соответствует действительности. Просто его не было там, где он утверждал, что он был. Ошибся ли он? Не думаю, что ошибся. Просто он все выдумывал. Это характерно, конечно. Что они могут помнить там 30 лет назад? Ничего они не могут помнить. Значит, занимаются фантазиями, выдумками. А почему занимаются? Потому что платят за это. Вот ты участвовал в фильме, получил деньги. И чтобы получить эти деньги, ты выдумываешь истории. Ничего сложного. Так и есть. Нету в ходе длинной жизни Майкла Джексона и его длинной карьеры, которая началась с ребенком, но все рассмотрено, все известно о личности. И попытки навязывать публике такое убеждение, что он был каким-то насильником или совершил какие-то агрессивные действия, это вообще не знать, кто такой был Майкл Джексон. Конечно же, если мы говорим уже о позднем периоде, то мы видим человека, который, так сказать, еле-еле мог подняться из постели. В связи с тем, что он не спал, он был накачан просто гарантом, количеством, конечно, успокоительных и, так сказать, средств, чтобы спать, снотворных. И, конечно, его физика была уже такая, что, конечно же, он и так был, конечно, не толстый. И понятно, что но его худоватость указывала уже на серьезные, конечно, болезни. И, конечно, утверждать, что такой человек как бы был в состоянии еще там какого-то сексуальной агрессивности как бы показывать, но это просто сказки. Он уже превратился в асексуального человека в конце своей жизни. Ничего такого, которое утверждается в фильме, просто не существовало. Конечно, у него были педофилические наклонности, и он это почти открыто демонстрировал. И мы это все видим. Но одно дело какие-то наклонности, а другое дело преступление. Это разные вещи. Конечно, во время, когда были расследования
при жизни Джексона, но, может быть, отношение правоохранительным органам к каким-то вещам было другое, чем сейчас. Сейчас, видите, там могут сосудить там, то, что вы гладили чужого ребенка или что, что-то еще такое. Всякое может быть. Просто изменилось это как бы отношение этим делам. И, конечно, во время жизни Джексона это, может быть, не было таким острым, как это сейчас воспринимается. Но, тем не менее, всю жизнь Майкла Джексона, все расследования, которые велись в отношении к нему, доказывают, что не совершил никаких преступлений Майкл Джексон в своей жизни против детей. Этих доказательств просто нет.